На из окна все вижу. Вижу, на какой полке холодильника ты колбасу прячешь. Это твоя кола что-то неровно стоит. Я сейчас поправлю тут. Вот это ровней, да? Нет, что-то все равно не хватает. Вот здесь ровно. Вот так. Вот идеально. Нет, ну на миллиметр сейчас. На миллиметр. О, я же тебе историю напишу. Жил был попугай. Хорошо, он жил, не тужил, так и не было. А что, клавиатура выключена? Эй, кот, я тебе немножко отрежу. Да. Что это за кусок такой маленький? Не, я так не ем. Я ем всю. Здрасте, холодно, греюсь. Did you do this? Did you dig in the trash? Что он от меня хочет, а? Что он пристал? А что это вы распрыгались? Что вы распелись? Как дети? Эту серию я видел, так на другую посмотреть. О, вот эту серию, приколы с котами я не видел, включу. А это что такое? Что это за чудо-трубки такие, а? Странные, первый раз вижу. А, конфеты, наверное. Ну, пойду с молоком поем. Хоса, открывай! Да что ты заорал? Ну, на, открыл. О, здорово. Ну, как дела, ну? Да нормально дела. Я притормози эту врезерки. Дорога, сколько? Шарик, не так холодно. Опять кот, да надоел хозяин, может мы его это никогда больше не. Давай его больше не запускаем, а? А Шарик, а теперь дверь за мной закрой быстро. Раскомандовался, вот ты слышал, хозяин? А где струны мои серебряные челюсти-то? В смысле серебряные? Это было что, серебро? Черт, за тишак продал. Думал, бронза. Кто там? Ну я, хай! Ни хай никакой, давай по-нормальному говорили. Ладно, а хоть им так? Не так и не сяк, что ты говоришь, давай еще раз. Это бонжур. Абажур. Добрый день. Заходи. А теперь мой коронный прием. Хобарь, а? Это коронный прием? Так было задумано. Кот, этот бутерброд невкусный. Не нюхай, не ешь. Невкусный? Ну тогда вытяни этот бутерброд. А, застрял. Ну давай, ну ты толстосум. Нет, это просто толстошерсть. А, видно, ворона накаркала. Да нет, это я. Что, ты тоже как ворона каркаешь, да? О, ты не представляешь, когда ты кружишь, голова кружится, аж нас шатает. Смотри, вау, ничего себе, шатает, как бы ты со мной покружишься, а? Вот так берешь и запятывай. Дурацкая железяка, ну что ему на этот раз нужно от меня, а? Спинку почесать, ну чеши. Я сказал, пойдем со мной, не сопротивляйся. Или ты идешь в одну сторону, или я в другую. А что это у тебя кола такая? О, слушай, дай колу попить, а? Ну дай, что ты шмотишь. А что ты ее роняешь, надо так пить, это что ты делаешь? А я ее специально, чтоб газа больше было. Сейчас бутылка взорвется, ты все понял? Да, давай взрывайся. Папа, я буду панком. Каким панком? Работником банка будешь у меня. Причетку хорошую носить будешь. Стёпа, что? Ты там не помещаешься, Стёпа. Помещаюсь. Где моя конфетка? Слушай, подвези до пачки. Замитком надо сесть. А что идут от нас? Эх, старот, не радость. Опа. А где твой друг? На работе. О, извините, я пошел. Что случилось-то? А? Ой, ты уже пришел? Что? Я только не мог. Водичка, то горло пересохло. Пузик, смотри, я дракон. Ты придурок, а не дракон. Помогите, я не хочу прививку от вашего чертова гриппа. Тебя Бурзик зовут? Да. Знаешь, укол? Нет. А я тебе конфетку дам. Пошел. Хорошо, укол в попу. Кто сказал, что тут водятся крокодилы? Ни одного крокодила. Вот же крокодил. Где крокодил? Это все судьба. Это все судьба.
Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. Ты давай перебери, скворечник делаем. Наловим птиц, будем жарить. Эх, учить тебе надо, как зимой выживать. Мурзик, помоги, он мне сделал фаталити. Иди сюда, скажу. А! Левый, правый, 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 левый хук. Ах ты, захват дракона и смертельный поцелуй Мурзика. Ну ты идешь или будешь отлежать? Куда? Меня окружили, они не дают мне встать. Он арестован за то, что съел все наши сосиски. О, Валерка, здорово, как оно? Да, здорово, нормально. Траву что перегрызть? Да, весь газон. Интересно, как же ты ее жрешь, а? Может, она на самом деле вкусная? Фу, хоркая. Как же тебя взломать-то? Как же кимсим тебя открыть-то? Не лезь в пироход, вот сейчас быстро пойдешь. Да не лезу я никуда и не пойду. Короче, я не открыл этот пирог и не знаю, что там такое. Мыться все-таки пришлось. Ну ничего, помыть еще раз попробую. А-а-а, подоскователи! Ты что, дурак? О, как они танцуют-то, а? О, как дает мужик. Ничего себе танцы. Я, может, тоже, когда вырасту, буду танцевать. Ну, а пока они танцуют, пойду-ка я по столам пройдусь и вкусненького найду. Ну, чё вылупился, а? Перед вами коты-бандиты, рождённые с повязками. Не слушай его, сын. Юрик, ты это видел? Среди нас бандюи. Она мне говорит, иди туда. А я говорю, куда я пойду? Я же петух. Я уже большой, могу крыгать, где хочу, когда хочу. Ты меня что, слушаешь? Что, извини, я же не выспался.